Рек. Пишется? Да. Все, 3, 2, 1. Запись, пуск, мотор. Итак, вести с полей. Мы сегодня в Ореховой бухте. Сегодня проходит соревнование. И мы тестируем 12 метров квадратных кайт Элли от Twist Kites. Сегодня первый раз я попробовал. Сколько они у нас на тестах, но первый раз удалось. Короче, особенности кайта. Это легкий перезапуск, рестарт. Вот только появляется достаточное количество ветра для него, он тут же рестартится и начинает тянуть. Безопасность тоже особо важный и достаточный элемент для кайтов. Это то, что ты бросаешь планку, и он летит в край окна. Тяги совершенно нет. Поэтому положительные эмоции. Тестируем дальше. Смотрите наш отчет по 12 метров квадратных.